Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами разговариваем о сексе. Секс у нас сегодня будет со стероидкой. Описываю я исключительно женщин. Так что, мужчины, берите на заметку. В общем, в чем суть? Секс со стероидкой. Секс со стероидкой будет вот здесь все вплоть до наоборот, чем у эпилептоидки. Будет нести демонстративный характер. И стероидка будет всегда, возможно, там надевать разное нижнее белье. Она готова удовлетворить вас в сексе и будет там, возможно, разыгрывать разные разнообразные вещи в плане, ну, как в порно, да, надевать там что-то, какой-то легкий БДСМ показать, еще что-то, это вот все про них. Но это будет нести показательный характер в каком плане. Очень часто стероидки, они любят даже по-английски, да, покричать что-то типа там «fuck me» и всякое такое. То есть для нее будет важно воспроизведение даже вот этих вот моментов, которые она, скорее всего, там видела где-то в порно. То есть она что-то возьмет за образец. Так как стероиды, ну, фактически, если чистый тип, они ничего не умеют, в отличие от, допустим, шизоида, да, он сам что-то придумал такое сверхстранное. Стероид ничего не придумает. Он обязательно скопирует это и воспроизведет. Вот. Поэтому это будет обязательно воспроизведение, скорее всего, какой-нибудь порнографии или какого-то образа из фильма и так далее. Секс очень яркий, фееричный, насыщенный звуками со стероидками, оханьем, аханьем, и характерен еще чем. В общем-то, стероидка, она в силу, да, яркости или взаимоотношений, она будет стараться, да, приукрасить ваш секс и будет вам давать секс, пока она имеет какую-то у вас свою заинтересованность. И очень часто это пропадает, вот эта вот грандиозность, забегая вперед, у супружеских пар, которые имеют достаточно большой стаж, потому что стероидки, ну, становится неинтересно играть. Муж в какой-то момент, к примеру, эпилептоид, не играет с ней в это, и она перестает, в общем-то, играть, постель для мужа, вот, выигрывать эти все, отыгрывать все эти вещи. Вот, поэтому нужно со стероидкой обязательно поиграть, поддержать ее в ее игре. Ну, это коротко, если тема интересна, пишите в комментариях, будем снимать на эту тему дальше. Это был секс с истеричкой, с истероидкой. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, да пребудут с вами оргазмы.